На данный момент у меня есть все, что могло бы помочь папе с его состоянием здоровья по физиологии. Ведь я как раз последние 5 лет успешно занимаюсь восстановлением здоровья людей, делаю физиопроцедуры, которая поставила на ноги меня саму. Но у него депрессия, а что делать с этим, я не знаю. Опять же, смотрите, у него что-то, неважно что, у кого-то что-то, а я не знаю, что делать вот с этим. А при чем здесь ты? У него вот это, а я не знаю, что делать. Он в красном платье, а я не знаю, что с этим делать. Вы понимаете, насколько это нелогично в этом мире? Не связано. Из доступных и понятных мне способов я применила все, что знала. Потом обратилась в анонимную поддержку алкоголиков. Там за одну консультацию мне помогли больше, чем ему. Ну, потому что ты обратилась. Потому что я понятия не имела, как у папы все завязано на зависимости от алкоголя. Для операции он перестал выпивать, но оказалось, что каждый день думает об этом. Ходить на группу он отказался. А моя позиция такова: делаю все, что могу, но не могу настаивать. Я делаю физиопроцедуру, от которой 100% моих клиентов становится значительно лучше. Психически или физически? Физиопроцедура физически. Физически ты же хочешь, чтобы папе стало не физически лучше, а психически. Почему ты все время пишешь про физику? Ты сейчас себя рекламируешь, пойми это. Очень часто мы пытаемся себя прорекламировать не в плохом смысле, ни в коем случае. Но при чем здесь физика и состояние души? Но папа боится всего, что я предлагаю. Но он в тотальном страхе пребывает. Вот смотрите, ну давайте я дочитаю, потом вы сейчас пытаетесь решить проблему, которая вас вообще не касается. Вы ее никогда не решите, потому что она вас не касается. Папа туда не заходит, потому что это. Нужно спросить, почему папа не заходит, почему вам же плохо от того, что вы же себя сделали спасателем. Вот я всех лечу. Вы же себя пытаетесь сделать кчёмно через кого-то. Я всех лечу, я всем помогаю, я себе помогла. Я вот папу пытаюсь, но вот не получается. А кому это надо? Ведь кому это надо, те и приходят к вам. А кому это не надо, вы что, подождите, я сейчас вас догоню и как одарю вас добром, а еще догоню и добью вас этим добром. Это из этой серии?